А перед тем, как посмотреть ролик, обязательно сделай из красной кнопки подписаться серую кнопку «Вы подписаны», а также включи колокольчик, чтобы никогда не пропускать мои новые видео. Спасибо, ты самый крутой! И всем привет, дорогие друзья и подписчики моего канала. И сегодня мы продолжаем с вами играть в нашу любимую и замечательную игру Барвиха RP Mobile. Но перед тем, как мы начнем действительно крутой и очень интересный ролик, я, конечно же, хотел показать комментарии ребят из прошлого видоса. Это они. Если ты тоже захочешь попасть в следующий крутой ролик, как эти крутые ребята, нужно всего лишь подписаться на канал, поставить лайк этому ролику и написать просто любой комментарий. И тогда ты обязательно попадешь в мое новое следующее видео. В общем, дорогие друзья, я уже несколько раз говорил о том, что, ребята, всегда пишите мне во ВКонтакте, потому что я люблю дарить подписчикам тачки. И сегодня один из моих подписчиков все-таки откликнулся, написал мне, и мы с ним встретились в игре. Как видите, сейчас он сидит со мной, его зовут Матвей Пушилин. Надеюсь, я его фамилию, собственно говоря, правильно произнес. И сегодня он получит эту Porsche Panamera. Он уже, в принципе, догадывается, что сейчас будет происходить, но не особо. Поэтому, дорогие друзья, пока мы не начали, я бы хотел задать вам очень крутой и интересный вопрос. Почему вы до сих пор не играете в Барвиху RP Mobile? Ведь это очень крутая и интересная игра на твой Android-телефон. Не обязательно иметь мощный смартфончик. Достаточно будет даже слабенького Honor, Samsung или Huawei. Просто переходи по ссылочке в описании, качай абсолютно бесплатную Барвиху RP Mobile и заходи на 4-й сервак, где играю я. И ты абсолютно с легкостью получишь крутую и очень интересную игру, потому что тут есть, собственно говоря, русские города, много тачек, тут есть вкусные точки, пятерочки, ну все как в России, реально игра, от которой ты кайфанешь. Та же самая GTA San Andreas, только с русским городом. Как видите, все написано на русском языке, вокзал, прочие штучки и всякая какая такая вот штукенция. Ну, в общем, ребята, обязательно, ну, сейчас мы по городу катаемся, секундочку, подожди секунду, и, ребята, обязательно, когда вы зайдете в игру, смотрите, вот что самое я хотел внимательно сказать. Когда вы зайдете в игру, у вас не будет денег. Но если вы хотите, чтобы у вас появилось 25 миллионов сразу, и вы купили себе любую тачку, которая есть в игре, то для этого смотрите, что нужно будет сделать. Открываете вот так игру. Дальше в чатике пишите слэш, потом мм, и открываете вот такое вот меню игрока. И вот тут во вкладке 9 промокоды вы открываете первую вкладку промокод от ютубера. И вот сюда вводите секретный чит-код хэштег личи. О нем пока что никто не знает, вводите и сразу получите 25 лямов. Вот так, хопа, нажали, я сегодня уже активировал, поэтому пока не могу, вот видите, деньги уже на балансе. Поэтому такие вот дела, и я с легкостью люблю раздаривать тачка машины своим подписчикам. Ну, в общем, давайте сейчас где-нибудь с подписчиком припаркуемся. Я думаю, что сейчас найдем какое-нибудь интересненькое место, и там мы начнем с ним диалог. Я немножечко покажу ему тачку, что он вообще из себя представляет. И я думаю, оттуда мы уже подытожим, что и как. Ну, давайте начнем. Так что, Матвей, дружище, ну, во-первых, расскажи немножечко о себя. Вообще, сколько ты уже играешь на Барвихе? И что вообще тут любишь вообще делать? Ну-ка, давайте. Здравствуйте, зовут Матвей Пушилин. Угу. Я представляюсь игроком 04 сервера. Красавчик. На данный момент я сейчас хелпер. Вот, мечтаю попасть на администратора. Играю как уже полгода. Вот. Ну, это 04 выбрал сервер, потому что у меня здесь друг пригласил. Он играл раньше здесь 3 года. И я перешел по нему. Угу. Ну, в общем, короче, тебе игра нравится, да? Я чувствую, ты... Да. Ну, давно играешь. Ну, я, кстати, тоже, я уже играю год, и вот такие вот дела. В общем, ну-ка, Матвей, а ты расскажи вообще, какие у тебя тачки были в игре, на чем катаешься? Ну-ка. Ну, у меня раньше было Жигули тюненное. Ну, блин, у него не было тачки. За... Да? Ну, я раньше вообще сам тюнил диски. Ребят, короче, чип, тачку чиповка пятого уровня. Он вот. Тачку. И так я катался, думаю, с друзьями, веселился. Угу. Ну-ка, ну-ка. С друзьями на ролике на YouTube выкладывал.
Красавчик. Ну, кстати, вот. Красавчик. Неплохой такой. Интересный у тебя такой автопарк. В общем, как ты понимаешь, я всегда в своих роликах рассказываю. Я... Ну-ка, отключи микрофон, чтобы я не повторялся. Я всегда в своих роликах говорю о том, что я дарю тачки подписчикам. И ты так, так как мне написала ВКонтакте, я вот решил, собственно говоря, с тобой сразу же связаться и вот прийти в игру для того, чтобы подарить тебе эту машину. Я думаю, что ты, в принципе, ее заслужишь, потому что слышно по голосу, что ты довольно-таки такой адекватный чувак. То есть, реально, ты играешь давно в игру, у тебя были свои тачки. Я думаю, что ты реально эту тачку заслуживаешь, потому что она действительно... Ну, ты сейчас ехал, ты заметил, да, что она быстрая, безумная? И... Ну, да. Я думаю, что все будут, друзья твои, удивлены, откуда у тебя. Ну, ты, если что, расскажешь, что это блогер тебе подарил. И, ну, Лич, то есть, надеюсь, ты хотя бы какой-нибудь такой пиар, да, чтобы они, мало ли, хоть, и друзья твои тоже смогут понять, что они смогут тоже получить тачки бесплатно благодаря мне. То есть, тут реально такая вот штукенция. И у тебя, да, же, конечно, есть их друзья на Барвихе? Я... Да. Микрофон пропал чуть-чуть, дружище. Чуть-чуть пропал, ну как бы. Да, я пропиарю ваш канал, чтобы все мои друзья знали ваш канал и, конечно же, подпишусь с радостью. Ну все, тогда вообще без проблем. Так что давай я тебе сейчас попробую предложить обмен. Сейчас мы с тобой провернем такую штукенцию. Я вот уже, в принципе, нажал на обмен, тебе предложил его. Ты можешь сейчас его попробовать принять, я думаю, получится. И теперь мы с тобой обмениваемся. Короче, тебе... Йоу, дорогие друзья, я надеюсь, что теперь точно я смогу продать. И, ребята, дальше, ребят, просто пишем в чатике sell/car. Дальше пишем его айдишник вот сюда. И цену 1000 рублей, потому что я уже устал, я не мог никак продать ему эту машину, но теперь да, я ее могу, и теперь эта тачка уходит подписчику за 1000 рублей. Я уже сделал миллион манипуляций, но теперь действительно она становится его, ему нужно просто принять этот обмен. Надеюсь, что он поймет, как его принять. Нажми, пожалуйста, на кнопочку, пожалуйста, и он опять не нажимает, я не знаю. Все, транспорт успешно продан, фух, ура, поздравляю, дружище, все. Все, наконец-то теперь эта тачка твоя, я надеюсь, проверю, что она теперь точно твоя, пишу slash car. Да, у меня этого машины нет, все, поздравляю, дружище. Ты можешь кому-нибудь передать привет в этом видосе и сказать что-нибудь такое. Поэтому, ребята, как видите, он пишет: ура, спасибо, лучший ютубер. Реально, я вот устал просто делать манипуляции. Мы, наверное, полчаса потратили точно с чуваком, чтобы ему эта машина все-таки досталась. Я бы мог его кинуть, просто там сказать: все, я тачку отдал. Но мы реально там замотались. Я перекрашивал ее, мы ездили по различным банкам, потому что были проблемы с тем, чтобы ее подарить. Но теперь, в принципе, все. Я думаю, что он будет кайфовать от этой тачки. Она ему будет действительно... нравится. Так что теперь, ребята, обязательно подписывайтесь на канал, тоже заходите на Барвиху, пишите мне во ВКонтакте, я буду дарить вам свои машины, как только я буду прокачивать. Кодовое слово в этом ролике пускай будет, я его уже называл, ищите его в ролике, это будет хелпер, могу, окей, прямо сейчас скажу кодовое слово хелпер. Поэтому, ребят, заходите на Барвиху, играйте со мной, 4-й сервак, и я буду раздавать вам тачки. И не забывайте про мой промокод, и про промокодик не забывай, скажи своим друзьям, что хэштег Личи, это вот сам и топовый будет промокод. Так что вот так, дорогие друзья, всем спасибо за просмотр и всем до скорых встреч.